boy. О, нам щось треба буде направо, так? Да? От ми зробили GPS-PR, чи зараз вже їдемо в Уокішу. Їдемо ще 4,7 мілі і потім направо на I-894 север. Такой только что красивый туннель приехали. Сегодня 8 мая 2012 года. Сегодня уже стало потеплее и солнечно. Милуоки. Ой, Дим, давай это не так быстро. Слышишь? Сколько там миль? Ой, небо красивое. О, бабочка прилетела. Так, а сейчас мы едем в Уокишу, в Kalmbach Publishing, сдать мое изделие из бисера в Иране для участия в конкурсах. Там такое красивое место, мы вчера съездили туда, как бы прорепетировали этот маршрут. И вот сейчас уже второй раз по этой дороге едем. Кстати, Дим, ты помнишь, да, мы там... Вместо того, чтобы завернуть, развернулись. Помнишь то место? Помнишь? Вот, сейчас надо будет там нормально все сделать. И там вообще такое красивое место. Мы там еще погуляли, домики такие красивые. Ну, типа апартаментов. Апартментс. Там ели эти, ну, в общем, разные деревья. Там подъедем, еще снимем, да? Столько зелени, вообще само это здание красивое. Ну, как, ну, такое простенькое, но красивое. Я когда в Google Maps смотрела, мне оно не казалось таким красивым.